Заместитель директора службы национальной безопасности Армении Степан Милконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы избежать инцидентов. Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны. Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности, сказал Милконян накануне в ходе беседы с журналистами в парламенте. По его словам, такая же полоса есть на границе Армении с Турцией. Замглавы СНБ считает, что исключать инцидентов нельзя, пока нет делимитации. Демаркации границы соответствующих соглашений. При этом, коснувшись создания межграничной линии между двумя странами, Милконян отметил, что каждая страна будет создавать межпозиционную линию за счет своей территории.